В зале офицеры, прапорщики и сержанты полиции, ветераны МВД, многочисленные гости. Своих подчиненных со 102-й годовщиной со дня образования поздравил начальник межмуниципального управления МВД России Щелковская Владимир Катков. В этот знаменательный день примите слова искренней признательности за добросовестную службу. Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, смелости и удачи в борьбе с нашим общим врагом преступностью. Вашим семьям мира и благополучия. Поздравить полицейских с профессиональным праздником также пришли представители администрации и депутаты. Уважаемые сотрудники полиции, дорогие ветераны, на ваших плечах лежит огромный груз ответственности, и вы несете его с гордо поднятой головой. Достойно исполняя свой долг, вы служите общественному благу, защищаете безопасность и будущее нас, ваших соотечественников. Примите сегодня от нас, от всех, слова благодарности за вашу службу, за ваш нелегкий, опасный, но очень интересный труд. Именно вы не знаете, что такое праздники, не знаете, что такое выходные дни, и зачастую, рискуя своей жизнью или здоровьем, делаете все, чтобы мы жили спокойно и чувствовали себя в безопасности. Хотел бы поздравить и поблагодарить членов ваших семей. Это действительно надежный тыл. Это те, кто хранит очаг вашей семейной жизни и ждет вас всегда со службы живым, здоровым, невредимым. Я этого искренне вам желаю. На торжественном мероприятии руководители полиции и муниципалитета тепло поздравили сотрудников. 6 полицейским были присвоены очередные звания. Более 60 офицеров, прапорщиков и сержантов были удостоены грамот, благодарственных писем и ценных подарков. Владимир Карев служит в полиции более 10 лет. Ему, начальнику смены дежурной части, ежедневно приходится иметь дело с очень непростыми ситуациями, которые, к сожалению, случаются в нашей жизни. Мы в дежурной части принимаем вызовы от граждан о преступлениях, о происшествиях и стараемся незамедлительно направить наряды на место происшествия и преступления. Для тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с преступностью, их профессия однозначно призвание. Мечтала служить, работать в этой системе. Мне нравились и формы, что делают, профессия эта. Работа сложная, справляемся, терпение нужно. На торжествах, посвященных Дню сотрудника внутренних дел, после официальной части состоялся праздничный концерт, на котором выступили известные солисты и музыкальные коллективы городского округа. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.